Бастилия Николаевна, я сказал, что все деньги мы обналичим к концу недели. Вы меня просто режете без ножа, понимаете? Ну, Солобончик, здоровенько, ты что стоишь, что трешься один, дышишь воздухом? Давай на раздай, метнись отсюда. Я перезвоню. Слышь? На. Сейчас вот стой на месте, никуда не уходить, для тебя это очень важно. Алло, травматология? Девчули, кто там сегодня из дежурных хирургов? Хлороформ Петрович или Скальпелина Васильевна? Оба? Здорово! А ты везунчик! Скальпелина Васильевна, это я. Сейчас вам снова от меня человечка подвезут. Да, ну, классический набор. Потеря сознания, да, сотрясение мозга, переломы. Это чисто в воспитательных целях. Просто сегодня эти рептилоиды понимают только физическое замечание. Опаньки. Да. Я понял. Давай, Лан, все на связи, ничего себе.